О том, где качественно и вкусно поесть в округе, химчанам продолжает рассказывать программа «В Химках вкусно». Она появилась в этом году и призвана объединить все заведения общепита. У нас их более 230. У жителей есть возможность через отзывы в социальных сетях узнать о качестве продукции в заведении и другую полезную информацию. Цель программы – это информирование граждан об интересных и вкусных местах общественного питания на территории городского округа Химки. В данной программе участвуют все предприниматели, занимающиеся общественным питанием. Одним из таких заведений, участвующих в программе, стало кафе на Ленинском проспекте вблизи станции Химки. У него необычный формат. В самом начале своего появления это была небольшая дизайн-студия по прикладному творчеству. Затем она превратилась в цветочный магазин, где можно было выпить кофе. Практика оказалась успешной, и кафе расширило границы. Теперь это еще и пекарня. Мы стараемся использовать только качественные продукты. Мы все готовим здесь. То есть у нас нет привозных каких-то моментов, таких замороженных, да, которые лишь бы продать побыстрее, подешевле. Мы ценим качество. В будущем администрация планирует разработать гастрономическую карту городского округа и создать мобильное приложение, где каждый химчанин сможет выбрать ресторан или кафе по виду кухни, ценовой политики или месту расположения.